7 марта был заключительный день Кубка ветеранов по волейболу. Участвовали команды из города Амурск и села Вознесенское. Сегодня был финальный завершающий день Кубка памяти. И мы сегодня сражались за второе место с командой «Махаон». К сожалению, у нас сегодня не все члены команды смогли прийти по определенным обстоятельствам. Вот мы играли 5-6. Ну, мы сплотились и сделали все, что могли. Играли прям плотничком. Я довольна нашей командой. Вот, мы молодцы. Я игрок команды «Махаон». Вот наша команда старенькая такая, все ветераны. Ну, играем как можем. Ну, турнир нам нужен такой, что молодежь играет, все, пускай. Волейбол – командный вид спорта. И результат участия в соревнованиях есть итог коллективных усилий членов команды. Все волейболисты были подготовлены к соревновательной борьбе и показали бойцовские качества. Каждая игра была волнующая. Участники старались не допускать ошибок, применяя мощные и точные подачи. Большое спасибо администрации Дворца спорта, что нам позволили два дня, значит, провести соревнования во Дворце спорта. Остальные мы игры проводили, значит, в школах, где, конечно, неуютно, значит, и залы поменьше, не помыться там. Поэтому, значит, в этом плане, значит, нужно как-то решать администрации и городской, и районной, чтобы давали на вот эти турниры эту базу Дворец спорта хотя бы на игры. А так, значит, спасибо администрации, это ветеранскому движению нашему. Они помогли нам, значит, по организации, по награждению. Значит, ну, я считаю, что турнир прошел на высоком организационном уровне. По итогам игры первое место заняла команда «Легион», второе – «Махаон» и третье место – команда «Полиметалл». Были определены лучшие игроки, нападающие, защитники, а также самый молодой и самый возрастной игрок. Ну, хорошая команда, дружный коллектив, как бы, больше. Мы занимаемся, ну, у нас команда как достаточно свежая, мы всего лет 5 вместе играем в волейбол. Так, в целом люди есть, которые по 2 года и по 3 играют. Волейболисты, занявшие призовые места, получили в награду почетные грамоты, кубки, медали. Все участники турнира получили заряд бодрости и море положительных эмоций.